Великий ученый имам Аль-Газали, рахимаулла, в своей книге «Ихья» пишет, если провести месяц Мухаррам, особо выделив для поклонения, и в частности первые 10 дней, то можно надеяться, что баракат этого месяца с помощью Всевышнего Аллаха достанется и остальным месяцам года. Уважаемые братья и сестры, за благие деяния месяц Мухаррам Аллах щедро вознаграждает своего раба. Поэтому каждый мусульманин должен стараться провести этот месяц в служении Всевышнему Аллаху. Так как праведный халиф Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху анху, говорил, «Отчитывайте себя, пока вас не отчитали, извести свои деяния, пока вам их не взвесили».